Ой, там беда, Илюх, вообще. Пока выйду, посмотрю, что нибудь. Что там смотреть, посередине твердо. Все, ребят, начинается приключение, как обычно. Ты там хочешь махануть? Тут, Илюх, беда, я тебе скажу. Вот тут, видишь, мы тут делали с тобой сбоку. А? Тут сбоку мы с тобой делали дорогу. Я там не проеду, там скинет. Там все, убили ее, убили, да. Смотри, там что-то разбили. Убили. Я-то ездил тут, блядь. Ну что, ребят, всем привет. Очередная вылазка у нас. Едем по вашим заявочкам, ребят, на то же место. И будем добывать того монстра, который с прошлой рыбалочки нас весь продольник покушал. На неделе были дожди. И сейчас, в данный момент, большие лужи. А в тайге, ребят, нет такого испарения сильного, потому что лес защищает от солнца, и вода долго стоит. Вот приходится делать ручьи, как бы там идет канал, чтобы вода немного слилась, чтобы нам проехать. Делали здесь дорогу, но хитрые УАЗики и Нивы разбили. А мы, как обычно, на нашей пятнашечке прем, нам вариантов нету. Знаем точно, что снизу камень и колеса цепляются, и можно проехать. И еще один момент. Передок стоит на зимней резине. Хоть как-то, чтобы спасало, потому что, ну, многие уже в фильмах видели, что у нас дороги очень жесткие, и нам как-то надо проезжать. И как-то какими-то плюсами все равно, не знаю, сейчас постоим, водичка спустится хоть немного, чтобы хотя бы радиатор не залило. Не идет, не идет, да. Да, я говорю, большая бровка, Илюх, большая. Конечно, на УАЗике или на Ниве, да, ребят, ну, на каком-нибудь джипе, внедорожнике. Здесь бы даже не задумываясь, проехали. Ну, ездим на не совсем благополучной машине для таких дорог. Ну, не имея этого, добираться как-то все равно надо. Ну, приходится вот так немного проделывать ручьи. Хотя это первая лужа. Дальше будет еще страшнее и интереснее. Пошла потихонечку. Будем пробовать. Постояли, покурили 5 минут. Ну, я бы не сказал, что она сильно, конечно, сильно сплавилась, водичка. Ну, будем пробовать. В принципе, нормально, неплохо. Но видели, что колеса скрыло полностью. Идем дальше. Штурмую горочку аккуратненько. Там он чисто, говорю, не нравится дорога мне. Вообще, как у вас и что наделали? Ну а что ты? Ты будет у тебя УАЗик, я посмотрю, как ты будешь гонять. И что ты будешь вытворять, бля. Приехали, ребят, на одно местечко, но это не наша точка. Здесь единственное, что мы будем переезжать на ту сторону и добывать вот на том обрыве минок. Без минок, ребят, у нас рыбалки нет. Минога — это самая основная наживка сегодняшняя. Ну, сегодня мы приехали за тем монстром. Смотри, пляж, блядь. Да, за тем монстром, ребят, приехали, мы хотим его поймать. И сделали пару продольников на живца и будем ставить еще на живца. Сейчас достаем лодку, накачиваем ее, переплавляемся. Будем нырять опять, купаться все в грязи. Переплавляемся сюда. Берем минок, спускаем лодку и едем еще вот туда, в тайгу, ребят. Туда за поворот. А здесь машинка стоит, Нива. Пацаны рыбачат какие-то. Так что выходные, люди рыбалят. Ну, а мы начинаем, ребят. Тепло, да? Там, короче, такая лодка, такая зеленая, говорит. Ну, я сейчас, когда за ним второй раз поехал, он говорит. Зеленая, говорит, двухместная, ну, с номером, говорит. Регистрированная. Как у меня номер? Нет, номер на борту большой написан. А, на борту? Да, ребят, народу, конечно, тьма тьмущая. Сезон щуки пошел, август месяц. Щука сейчас жирует. Ну и
Многие пытаются ее поймать. Ну вот, значит, переплыли на эту сторону. Ну потому что, ребят, нету места реально, где ее копать. А вот она живет конкретно на обрывах. Кочка в воде. Сейчас будем раздеваться. Точнее, я уже разделся. И будем, ребят, копать ее. Вода леденющая. У нас на севере уже холодно, ребят. Но сегодня, в принципе, погода отличная. Какое-то солнце и нормально. Но вода ледяная, уже остыла, ребят. Купальный сезон давно-давно у нас закрыт. У нас продолжается он вплоть до осени. Но уже, конечно, осенью уже перейдем на миножник. А сейчас пока копаем. Кто-то из подписчиков просил показать, как она копается, этой миногой. Сейчас маленько покажу. Ну вот, грубо говоря, вот так, ребят, заходится в воду. Ну, это он так сейчас по колено зашел еще. А так надо заходить. Ну, нырять придется полностью. Кидается кочка. И вот в этих кочках, ребят, живет минога. Так что как-то так. Ну вот, значит, ребят, таким макаром достаем. Ковыряем. Вот так. Где-то я вот тут две кидал. Где там, глазастая, что ли? Не матерись. Почему материшься, бля? Где-то еще одна, вон она. Вижу. Без глаз. Вот так. Вот таким макаром, ребят, ковыряется все это. Вода леденущая, бля. Конечно. Так, ковыряется, раздевается и ищется. Ну сразу люх не вылетели, понял? Вода холодная. Вода холодная, да, они сидят до последнего. То есть термована ко мне сильно брызгает. Как получается, друган? Вот. Нашел? Белая, глаза. Ну покажи на камеру. Здесь. Ух ты, смотри какая, ребят. Тихо. Ни хрена там минога, слышь. Вот это щучья минога с глазами. Глаза у нас. Да, вот это щучья конкретно. Ага, нормал. Еще, да? Вон, видишь, грудь есть, потихоньку наковыряем. Вообще как рыба, да? Натуральная рыба. Бывают, ребят, моменты, то что, ну, мернешь, реально, мернешь. А сейчас нашли кочку, ребят, здоровую. Кормилицу. И вот, ребят, просто они везде. Мы уже нормально себе набили. 37 штук вон, с одной, да, лезет, кочки. Лезет. Покажи. 38. Вот, так. Вот такие, ребят, минушки. Вон, смотри, какая здоровая. 39. 40. Просто рай, ребят. 40. И даже вообще сильно не поныряли. Вода упала, нашли хорошее логово, минок. Сколько уже? 4 или 5, наверное, штук с глазами. Вот. Они крупные. Иди домой, гуляй. А там кочка, ребят, на сезон еще. Не зря сюда переехали. Обычно на той стороне, как бы не раздеваясь, мы их как ковыряли, а сейчас переплыли и нормально мы все угадали. Все четко, все классно. 42. Нормально, это только вот так. Все, ребятки, сегодня у нас фарт вообще. Мы нашли такую кочечку, где спокойно надыбали миножек. Сейчас переоделись, лодку загрузили и все, едем до нашего местечка. Погода вообще отличная. Лето наступило заново, как будто бы. Пробираемся по тихой грусти. Сейчас опять дорога у нас интересная. Дороги не было, да, вот это получается? Была. Она была и разъебали. Она была изначально, знаешь, какая охуенная. Тут вообще можно было пролетать. А вот здесь, да, смотри, здесь беда какая. И там та лужа, которая... Тут раз мы цепляли. Там вообще опасная какая-то лужа. Да ладно, бля. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, срочно надо уладить, братан, срочно.
вообще. Ниву хотя бы, чего УАЗик, но УАЗик-то уже не позарится. Ну да, так оно и есть. Бедолага, пятнашка вообще страдает. Таежный ралли, ребят. Выбиваем грязь, чтобы не застыла, получается, в колесах. Ух ты, да ну. Илюх, поаккуратнее, ну его, блядь, не надо этого. Прокатились немного, чтобы грязь не засохла за ночь. Грязи, потому что много забивается. Ну это, короче, как-то так, блядь. Ну что, добрались, ребят, до места нашего. На нашей заветной точечке. Наш столик. Ну, в принципе, все ничего не тронуто. Все как есть. Барбекюшка наша, тот веничек, костерок. Илюша там что-то взрывает бомбочки от медведей. Медведя много стало. Ну и опять же волк, ребят. Волки опять начинают уже. Вроде не зима, а собак воруют. Сейчас разгружаемся. Минок добыли. Минок набрали отлично. Можно провериться за ночь пару раз, потому что иной раз миноги не хватает. Ну и как бы нет смысла проверять. Сегодня у нас три продольничка. Два на щуку мы сделали. Будем ставить блин от штанги. Вот второй. Веревка, две полторашки. Ну и основной продольник на миногу будем ставить конкретно. Мешок с песком. Это такие будут. Ну вот, значит, продольнички, ребят. Сделали дополнительные поводки, потому что они закончились, когда обрыв или еще что-то. Чтобы быстро-быстро водки поменять, чтобы они были. Ну и конкретно, ребят, сделали вот два новых продольничка. Это у нас основной, а это у нас два новеньких. Ездили, покупали двойники, поводки. Поводки металлические. И сейчас поймаем живца. И уже будем рыбачить на живца. Вот наши поводочки. Пачечку взяли. Так что как-то так. Сейчас, не теряя времени, съездим. Поставим основной продольник, это на миногу. Ну и два на щуку. Приедем, наловим живца здесь, на берегу. И уже съездим, поставим на щуку продольники. Хотим поймать эту крокодильчика этого, который попортил нашу ту рыбалочку. Сейчас ролик вставлю, ребят, чтобы было понятно, что у нас происходило прошлую рыбалку. Так что как-то так. Ну что, друзья, погода реальная, ребят, шикарная вообще. Солнышко, 4 вечера. Груз по пупкам притащил. Здесь груза. Сейчас потаскиваем водку. Ну и все, ребят, на этом начинается промысловая рыбалка. Это, ну, рыбалка такая реально промысловая, потому что ну, все грубо, все жестко. Ну, зато есть вариант поймать трофея. Сейчас тянем лодку. Все приготовили. Сейчас ставим сначала основной продольник на миногу. А потом уже приплываем. Взял? Да, взялся. Есть, все. Удочка, продольник. Короче, в бой. Крутой обрыв, конечно, но больше подходов мало. Так что вот так. И вот наш мешочек с песком, с землей. Ну что, ребят, замутили продольничек основной на миножку. Сейчас пробуем добыть живца. Как и планировали, потому что сделали два продольника с остальными поводками, с двойничками. Но пока вообще не густо, уже пробовали туда пробраться. Здесь по этому берегу поймали одну плотвичку. Где она? Ребятки, небольшая. Ловили живца, хапнул такой окуневый, нехилый. Ну и тут нашли плотву, прикормили, короче, все-таки, и как-то нашли рыбу. Ну не знаю, если что, пойдет тоже он, слышь, братан. Если что, тоже его поставим. Куда? Он сейчас захапает этих. Да какой же? В ведре-то он не захапает, ты что, не. Да, такой нехилый. Потреплет этих, нет? Нет, с ума сошел, он сейчас в шоке будет, ты что, не гони. В ведре сейчас будут. О. Да, прикольно, ну, ребят. В течение получаса, наверное, да, Илюх? Угу. Наловили мы, короче, живца. Вот такую плотву. Кстати, прикормка, вот то, что вот от фирмы Клёва реально кидаешь, и она работает. Плотва такая достойная. Даже попался окунь такой хороший. Пару плотвиш таких тоже, ну, пришлось им нас отпустить, потому что, ну, куда их.
не слишком здоровый, и а плотва такая самая, то сейчас будем ставить два щучек продольника, ребят, будем мстить той щуке, которая оборвала наш продольник. Да куда у нас идет? Ну, где-то тут Илюх, по березе где-то вот тут заканчивается, вот начало продольника, ребят, того основного на миногу, и миногу мы опять же забыли, да? Ага, ну ладно, вернемся сейчас. Сейчас поставим один продольник с этой стороны, один продольник вот по тому обрыву. Ну и будем смотреть, где она будет проходить. Как-никак должна все равно где-то что-то показать себе. Так что вперед. Ну вот, ребят, значит, основная леска у нас сделали люхой, сантиметров 30 надо. А здесь 0,7, здесь 0,4. Берем стальной поводочек. Купили бухту целую, потратились немного, но для этого можно было это сделать. Стальной поводочек цепляем не в петлю, а получается наоборот, потому что двойники, есть возможность это сделать. Берем петельку нашу, одеваем, зацепляем. Берем наш двойничок, двойнички тоже взяли с лихвой. Берем двойничочек. Раздеваем его, продеваем, все, в принципе, он нормально на монтаже. Берем нашего жилца, вот эта плотва, за спиночку. Ну и гуляй. Дай бог нам повезет, ребят, с этим монтажом. И вот так, сейчас сделаем два продольничка. Все, погнали. Вот что, друзья, солнышко на закате уже. Шикарно уже садится солнышко. Но сегодня погода вообще классная. Я до сих пор в тельняшке, ну, в принципе, даже кофту не одевал. Ну, сейчас уже надо будет одевать. Значит, что, ребят, стоит продольничек у нас. Это основной на миногу. Там по коряжнику поставили 6 или 7 живцов. И здесь, получается, тоже около 6 или 7 живцов. Осталось у нас 3 живца. Ну, сколько смог поймать, получается. Рыбачил в проводку, ребят, взял просто спиннинг. Прицепил поводочек сюда небольшой. И поставил поплавочек, и вот так. Ну и, в принципе, там пробовал, думал, на пляжу какого-то пискаря половить. Нету его. Там одну плотвичку поймали, там попробовали, нет ее. Приплыли сюда к берегу, кинули прикормку, вон там она лежит. С прошлой рыбалки оставалось. И в итоге рыбка подошла, даже взяли окуня крупного. Две или три плотвы таких вообще хороших поймали. Ну, я Илюе сказал, отпусти, как бы, ну, не стоит, потому что... Хотели рыбу пожарить, но в итоге там взяли немного мяса. Сегодня пожарим мясо, конкретно покушаем, отдохнем. Сейчас проверимся, ребят. Раз уже пришли, приплыли, сейчас взяли минок, ведро. И вперед. Сейчас проверимся. На всякий случай, пускай уже будем знать, что уже все хорошо, все нормально, нет зацепов и так далее. Все, ребят. Все, уже точно все сделали, проверили. Основной продольник, много минок покушано, ребят. Мелкий вообще, мелкий головоль. Поймали 3 головличка. Головоль такой вообще, сантиметров 15. Мы его положили в резервуар, где у нас живет, лежит. Пускай он будет. Все, продвигаемся к нашей базе. Уже темнеет. Надо готовить дрова туда-сюда. Ну и готовить ужин. Так что времечко поджимает. Небольшие моменты, ребят. Сломалось крепление на экшн-камере. Крепишоном задел. Вот так. Ну, это самопальное было крепление. Сами, получается, веревки от фонарика налобного. Площадка тоже самая от нее. Вот так я приделал ее. И сейчас бахнуло. Все. Не знаю, где буду искать сейчас пока, ну, не знаю, как утром будем проверяться, как показать, как-нибудь будем на основную камеру все это показывать.
обычно наша плита газовая, финская свечка, потому что много смоляка. И вот, ребят, недалеко прямо от лагеря растут грибочки, сыроежки, красавица. Вон там какая-то такая крупная, уже здоровая. Ну, здесь бор, здесь прикольно. Мне костерочек распалили, сушин напилили, сушин много очень. Все валяется, напилили. Классно, здорово, все сухенькое, все работает. Сейчас, в прошлый раз Илюха веник делал, сейчас надо отмести, потому что каждый раз обметаем, но за неделю получается до рыбалки все равно наваливает. Вот. Сейчас отметемся, сегодня дождя как не намечается, просто рыбалку он нам помешал, а сегодня будем отдыхать, разговаривать, общаться. Ну, вроде нормал, все четко. Ага, все, значит, так. Илюха как самого молодого пошла за водой. Да не шутка, ребят. В принципе, в тайге, ребят, обязательств никаких нету ни у кого. Каждый занимается своим делом, ну, это все совместно, понимаете, ребят, потому что это быт, это кухня, это костер, это удобства свои, тому подобное. Так что, ребят, здесь такого, знаете, ничего такого нет. Иди там почисти ты рыбу там или картошку, нет. Здесь надо конкретного проверенного человека, напарника, товарища и так далее. Тогда будет все спокойно. Взял два котелочка. Это у нас кастрюлька такая, мы здесь готовим. И Чайковского, походной такой, две кружечки, самое оно. Сейчас спускаюсь, вот. Обрыв такой, конечно, берег некрасивый. Наберу водички. Наши миножки, ребят, стоят. Вот они, гуляют. Да, конечно, минох, ребят, накопали сегодня вообще. Вообще здорово. Какие-то разы просто мучаемся, часами копаем ее. Ну, чтобы на зарядку хотя бы поставить. А тут просто с одной кочки набрали так, что... Ё-моё. Встает луна. Там закат. Красота на реке, тихо. Ну, в тайге, ребят, мы там находимся, там темно уже, а здесь на реке еще красота. Охота открыта, слышно выстрелы, там журавли слышно пели. Классно, здорово. Ну и три продольника, ребят, поставили на щуку. Продольник немного показал, камера сломалась, зараза, блин. Проверку придется как-то снимать вот таким образом. Ну, не знаю, я думаю, что-нибудь придумаем. Ну и крепление поломалось, блин, в хлам. Все, ребят, водичку и погнали. А вот окунявый лежит, который попался, ребят, на этот. Когда я ловил живца, такой здоровенький окунек попался. Ну, остался, пускай здесь будет. А вот, ребят, забыл показать головля. Он сейчас в воде лежит, но живой. Это попался два головля. Вот такой, зараза, ребят, берет. Вот такую минугу хватает. Почти с ростом его. Обгладывает полностью. Ну, это вечер, понятное дело. Вечер, утро, всегда вот так. Ну, естественно, ночь, трофей. Будем ожидать. Ну, в течение ночи раза два проверимся, в любом случае. Как-то так сходил за водичкой. Илюшка тут у нас колдует. Что, Илюш, делаешь? Салатик. Салатик, да? Как обычно, свежего. В принципе, ребят, все свое, да, уже, Илья? Да. Полностью все свое. Помидор, огурец. Лук вот так выглядит, ребят, свой, может, кто не видел. Вот так он растет у нас. Это чеснок, да, Илюх? Свой, да. Свой, все свое. Естественно, там какие-то майонез, там хлеб, понятное дело, да, но и то некоторые даже люди пекут у нас. Сегодня у нас классное блюдо, в дальнейшем все покажем, расскажем, ну и так далее. Пока салатик, не матерись. Кропаль. Так, ребят, ну, финскую свечку разжигаем или... корой или туда-сюда, а немного лисканем из пилы бензинчика. Ну и вот, ребята, это газовая горелочка, которую на ней готовим. Все, сухостой смоляк, ребят, это просто тема, я не знаю вообще. На костре очень быстро, очень жарко, очень неудобно, а здесь как на плите все. Сейчас Илюха еще покидает мелочь, потому что чтоб разгорелось. Ну, а также разжигается корой вообще, можно вообще вот так напильной частью положить в костер там на минут 10 и потом достать, и она уже будет гореть. А вот так немного плесканул, все, этого достаточно, и все
все работает, все реально работает, выручает. Мы уже привыкли к этой ситуации, в тайге постоянно пользуемся, ну просто довольны вообще. Ну я рассказываю, что сегодня будем готовить. Печеночку? По сметане, по как называется, по-строгански, да? По-строгански, да? Угу. Не по-камянски нихуя, да? Да, нормально. Так где кастрюля? Так, кастрюля, сейчас все будет. Нет, ты слышишь, тут нормально взял кусок-то. Да. Шикарно такой. Я тебе сказал. Все, сейчас кастрюля, подожди, там вода у нас, что? Так воду и надо, варить же будем. Все, понял, хорошо, сейчас сделаем. Сейчас переключаю. Большой привет супруге. Вот опять наготовила столько выпечки. Спасибо ей огромное. Это что у нас, Илюха? Кабачок. Кабачочек на утро, да, сделаем? Да. По-любому, 100%. Вот, ребят, вторая финская свечка. Это у нас, как обычно, для котелочка или для сковородочки. Сейчас здесь в данный момент у нас лучок пошел. Лучка побольше, чтобы было все вкуснее и здорово. Сейчас надо разбить его. Илюха его порезал как-то. Интересно так. Полукольцами, да? Все, а там, ребят, у нас печеночка варится. Варится немного, потом она и пойдет сюда все. Ну, короче, конечно, идет морковочка. Без нее вообще никак. Она придает сладкий вкус, ну и такой своеобразный оттенок. Потому что печень она такая темненькая будет, а морковочки такие будут оранжевые, и это будет красиво, во-первых, ну и вкусно. Вот заметьте, ребят, жарю, получается, лук. Мне ничего не обжигает руки, ничего, спокойно. На костре бы это было вообще сумасшествие. Во-первых, самому жарко, лицо горит, руки вообще невозможно. А вот тут спокойно, как на плите, ребят. Идет дымок, во-первых, со вкусом дыма все получается. Дома такого не приготовишь, потому что вкус дыма, это все равно присутствие идет. Вот. А так вообще классная тема. Три полосочки распилил, и все. Просто шикарно, ребят. Не знаю. Мне вообще нам по кайфу. Вон стоит плита, то бишь вторая. Там варится печеночка. Так, посмотрим, как, в каком она состоянии. О, все, огонь. Все, она уже подваривается. Сейчас закипит. И тут уже лаврушечка, перец, соль. Вот, ребят, печеночка. Ну вот Илюха отправляет морковочку. Все. Сейчас все это пережариваем до золотистой корочки. И будет все вкусно и уже красиво. Немного чесночочка, да, Илюх? Чтобы жизнь сладкой не казалась. Да, конечно. Чё, как? Родился вообще в этом году, на часу? Да, что-то вон такой вот, как видишь. Очень мелкий, некрасивый. Вон пена сама покорванная. Угу. Пускай прёт. Ну, сейчас давай пару головочек, чтобы... Ну, ты видел же, я самый мелкий взял такой. Ну, чтобы, да, сам знаешь, на зиму, чтобы угу. С крупненьким остаться. Ну да, а что нам тут, какая разница? Чесночок, да чесночок. Съест-то. Да? Ребят, самый основной это рецептик, это сметанка, да, Илюх? Да, да, да. Сметанка вот с этой приправочкой такой. Что за приправа? Это? Рассказывай. 12 овощей. Такая, кнор. Самая простая, ничего там такого нету. Ага. Ну так, от души, не жалея там. Ну, 3 столовые ложки я делаю. Вожу вот и все. Сейчас сюда водичку надо немножко. Давай меня ложки просканим. Много света, камера не передает. Ух, минералка США ждала свой эффект. Да, сейчас хуяк. Скрываю, перемешиваю все это дерево. Вот это пойдет. Я думаю, это соус, конкретно уже соус, да, получается? Да, она, все, у тебя печень будет в соусе, вот по-штроганский. Угу. Лук, морковка, перцы. Здорово, видишь, здорово. И жидкая, видишь? Здорово, молодец. Давай. Лучок, морковочка, ребят, готова. Все, зажарился. Таким макарончиком все это выглядит. А вот финская свечка, ребят, работает до сих пор. Можно ставить чайник. Ну, что хочешь вообще, в принципе, нормально. Тут у нас уже прогорает. Но это, в принципе, нормально, потому что, чтобы блюдо томилось. Ну, в зависимости, сколько пропилов. Сделаешь 2 пропила, будет гореть медленнее, но дольше. Сделаешь 4 пропила, будет гореть быстрее, но мощнее получается. Ну и все, печеночка там, ребят, тоже в теме уже. Сейчас все будем смешивать, эти 2 ингредиента и сметанка. Вход. Так, ребят, водичка выкипела, получается. Немного слили, получается. Блин, такой туман. Туман, говорю, пар.
Ну и все, люк добавляет нашу красоту. Все, сейчас у нас уже конкретно в кастрюле все это. Сейчас все смешиваем. Бомба, братан. Ну, давай свою. Вот, ребят, сметанка. Все. Давай тогда. Дотавливаю полностью. Ну, нормально, братан. Слышь, ну тут можно было накормить. Слышь, я тебе скажу, этот не двоих, а четвером спокойно можно было поесть. Вот так, да? Конечно, остальное все в костер. В любом случае мусорить нельзя. В прошлую рыбалку, ребята, выезжали, с Илюхой собрали 2 пакета мусора по дороге. Как бы грязь это вообще не дело, тем более в лесу. Ну, сейчас эта люга все, она тушится. Ага. Минут 15. Минут 15 и все, да? Все четко. Ага, огонь. Ну все. Держитесь. Наш рисок еще. Забыл за рисок. Ай, люк горячая. Давай вот так. Кстати, такие пакеты риса тоже надо в тайге вообще. Надо, да, набрать. Нормально. Надо набрали. Кстати, братан, есть греча, слышь, есть все вообще. О, слышь, у нас есть каша. Сейчас мы сделаем. Вот у нас есть что. Сейчас мы эту вот бодягу. Туда делаем. Тоже хочешь добавить? Так это же тоже рис. А, тоже рис, да? Только баночный, да? Конечно. Ага. Ну да, в принципе, нормально. Все, и будет четко у нас. Будет гарнир уже получаться. Сейчас мы погреем это всю делюгу. Да я думаю, так просто закинем нормально. Пакет ребята отварили, один Илюха брал с собой, получается. Это как готовая уже продукция. Сколько рука разогреть. Ну, в принципе, вот и гарнирчик будет. Тут уже еще и мясо есть. Нормал? Да. Ты уже, слышь, я уже хочу хавать, отвечаю. Просто хочу есть. Целый день уже не ели сегодня. На движухе все. Нормально, ну да, нормально. Сегодня такой ужин будет, я тебе скажу, царский, блядь. Просто ну, царский. Что, просто это уже надоело, вся вот эта вот прибуда. Ну да, согласен. А так, ребята, тупец. Кстати, у нас август уже, на севере ночи темные. Ну, бывает, конечно, когда в начале всего этого рыболовного сезона у нас ночи светлые. А сейчас, в данный момент, ребят, ночи темные. Ну, естественно, фонари, это тайе, ребят, это вообще незаменимая вещь. Ну, просто слепой будешь ходить, ну, ничего не сделать вообще. Покажи чуть-чуть туда кадр вообще. Ну, все, буквально 2 метра, все темно. Темнота вообще полностью голенная, ребят. Вот он конкретно костер еще, где-то есть огонь. А тогда, да, еще что-то можно будет увидеть. А так, допустим, где-то порыбачить, спуститься или выйти. Ну ты просто или пропоришь себе ногу, или там оборвешься и так далее. Не так давно было, ребят, день рождения, хотел показать такой фонарь. Ну, в принципе, не хочу хвастаться, потому что, ну. Никаких спонсоров у нас нет, ребят, но мы живем по бюджету. Как живем, так можем, как бы. Батя, мой отец, тебе здорово, подарил вот такой фонарик на день рождения мне. Что мне понравилось, я хотел себе качественный фонарик, всегда брал какие-то китайские фонари, дешевые, там, за рубли 250, которые там 3-2 рыбалки, и в итоге они, короче, не рабочие. В данном момент, ребят, фонарь получается, здесь батареи, две батареи получается основные, они идут сзади, идет основной провод и идут получается на фонарь. Фонарь идет, ребят, алюминиевый сплав получается, ну, как производитель утверждает, что он может и в дождь работать и так далее, как бы. Ну, в чем фишка в этого фонаря, ребят, здесь получается батарея 26660 миллиампер получается в час, ребята, как утверждает производитель, то что он работает 8 часов непрерывного, как бы, вот такого мощного освещения. И самая тема, то что основная движуха, и вот получается вот эти две основные лампочки, они подвижны, ребят. Не видно. Да, вот. Люк, покажи, да, вот. Фишка в том, то что, ребят, надел фонарь, и не надо крутить вот этот фонарь, получается, на лбу, а можно подвигать вот эти, как бы, лампочки, ну, как тебе надо. То бишь, насади червя или так далее. Ты выключи их, я покажу конкретно. Не видно, да? Также есть сос, ну, и так далее. Сейчас ночью, ребят, покажем, как вот бы, как... лампочки. Да, вот да. Ага. Раз, две, два. Вот они две двигаются. Вот он так выглядит, да? Да, да. То бишь, как хочешь, так и регулирнул. Ага, да. То бишь фонарь 500 люмен, ребят, 500 люмен это не очень, как бы, так слабенько, как бы, ну, это очень достойно. Ну и в тайге сейчас, ребят, когда ночью пойдем проверяться, я покажу, как, ну, как он вообще показывает себя. А так,
Очень достойный подарок. Отцу вот. Огромное спасибо. Кстати, у отца есть, ребят, свой канал. Конкретная музыка. Любители шансона, ребят, кто конкретно себя чувствует в плане музыки, какие-то такие моменты, ребят, ссылочка в описании. Переходите, слушайте нормальную музыку, ребят. Ну все, ребят, мы идем дальше, мы готовим кушать, сейчас будем кушать. Вот у нас тут вот луна, если видно, вот там луна, видите, да? И там вот у нас буквально через реку журавли гудят. Гудят так, что как будто бы они, знаете... Люк, скажи, что там волки воют. Сейчас прилетят. А вот там вот, если вот я вот, вот сидит Дрюня, вот если я напротив Дрюни прям повернусь, вот там воют волки, волчата. Не волки, а волчата играют, знаете, скулят вот так, по-детскому. Вот там вот. Надеюсь, ночью они выйдут на печеночку. 100%, братан. Ребята, улетаем, но это реально бомбомет вообще. Все просто вышло, вообще шикарно. Салатик, рис. Печенюха. Мы уже с Илюхой так поднаелись, но вообще нормально. Швыряемся так. Даже хлеб, на хлеб вообще внимания не обращаем. Просто кушаем и кушаем. Вообще за счет получилось все это, все сегодняшняя тема. Классно, классно вообще, ребят, классно за счет. Вот, ребят, костерок подбавили. Дровишки есть. Костер замечательный вообще. Поужинали. Шикарно вообще. Ну и вот. Идем проверяться, ребят. Первая проверка ночная. За ночь сделаем ее две. Ну и утром еще раз. А пока идем проверяться. Сейчас, возможно, ничего не видно. Включаться не буду 100%. Пока идем проверяться. Поменяем ножки туда-сюда. Ну и посмотрим, может, что попалось. Так что, ребят, погнали. Все, ребятки, плывем. Первая ночная проверочка. Сколько часов, Лев? Час 10. 10, да? Без 10. Без 10, 10. Ну, 10 часов вечера получается. Первая проверка. Все с собой есть. Ножки, живец. Ну и так далее. Будем проверяться. Пляшет, зараза, смотри, как пляшет. Ну что, ребят, первая ночная проверка. Два окуня. Ну, окунь здоровый, да, хороший, на миногу. Очень много миноги погрызано. Заменились, слава богу, есть минога. Щучьи продольники. Тишина, одного живца не было. Остальные все, ребят, все хорошо, все работает. Ну, идем на костер свой, на базу. Сейчас здесь посидим, поразговариваем. Ну, поспим на пару часиков. Пятнашечку ляжем, отдохнем. Будильничек поставим на пару часиков. Ну и потом проверимся. Все, ребят, Илюха пошел спать. В принципе, я тоже, наверное, закладывался уже на боковое время, 12 часов ночи. Ну, сижу, ребят, вот так, балдею возле костра, размышляю, думаю. Здорово вообще, в принципе, вот так находиться в лесу. Ну, плюс, ладно, что не один, как бы, но бывало, что я один сижу вот так в лесу возле костра и закладываюсь вот этот костер, смотрю на него и думаю вообще, как бы, как дальше, что происходит вообще в жизни, туда-сюда, какие-то моменты там по работе, семейные движухи там, куда-сюда оцениваешь, и ну, психологически вообще, ребята, ну, реально разгружаешься вообще. И настоящее утро приезжаешь домой уже, как будто уже, я не знаю, был у психолога, был там у педиатра и так далее, ну, реально разгрузился просто полностью. Понял смысл жизни, как дальше делать, что дальше делать, ну и как жить дальше. Это реально помогает, но я не знаю, всем это не объяснить, но в принципе для меня находиться вот одному где-то в лесу, в тайге, вот, это конкретно такие мысли, когда вот сидишь один и погружаешься в себя, полностью в себя, в эту тишину и чувствуешь себя, ребят, реально человек. Так что всем советую попробовать это. Ладно, ребят, скоро ложимся спать. Я сейчас тоже пойду уже на боковую. А
прежде, ребят, чем пойдем спать, хотел познакомиться со своим другом, очень хорошим другом. Мы уже с ним общаемся, ну, в принципе, в Ютубе, получается, около года, если не больше. Ребят, зовут его Серега. Сережа, здорово, брат. Серега Горшков, канал серийный. Серый Спензер, ребят, ну, у него такие вещи, ребят, я не понимаю. Вот кто любит карпа, карася и так далее, это ваша тема, ребят, ваш контент, ваше все, потому что Серый делает вещи, я тебе отвечаю, просто от Бога. Ребят, ссылочка в описании, сейчас не маленький трейлер от него, ну, переходите по ссылочке, ребят, кого заинтересовало, парень делает вещи. Серый, брат, здорово, с тайги, с республики Коми, ребят, так что Серый, братан, на связи, нормально. Всем доброе утро. Ну вот, ребят, раннее утро, идем на проверочку. Это у нас предпоследняя проверка будет. Ночью мы один раз проверялись, но неважно. Ночью был дождь небольшой, сейчас 5 утра, ну идем проверяться, первая проверочка. Не знаю, как показать, потому что сломал камеру, экшн камеру. Как-то будем пытаться показывать. Вторую продолжим, ребят, и бутылка прыгает. Значит, есть рыба в любом случае. Выведи. На, подержи. Вот, ребят, хотелось показать, что делает сминога голавль. Даже не крупный такой, вообще не крупный. Сантиметров 15 голавль, вот миногу так в хлам разбивает. Вот почему надо много миноги и перепроверять, потому что, ну, вот эта рыба вот так делает, а ее много, она стайная, и может весь продольник вот так прочистить. В итоге за трофея потом никак не получится его добыть. И смотрю, бутылки у тебя щучьи. Вроде как будто бутылка не прыгает, ничего, тишина. Не крупная что-то, да? Головлишка. Ну вот такие головлишки, ребята. Миногу в хлам просто. Не весит вообще даже. А миногу в хлам. Такие миноги здоровые, блин. Осекется вот такой головль. Вот, значит, наш результат утренний. Ну, вообще не серьезно, конечно. Один голавль такой более-менее попался. Немного мелочи. Вроде как будто есть и миноги много. И два продольника дополнительно щуку. Но мимо, ребят, мимо. Ну, бывает и так, что. Зайдем позавтракаем. Что-нибудь перекусим. И посидим еще, отдохнем. Ребят, хотел разогреть завтрак. Тут такая старое дерево валялось. Я решил попилить его. Ну, значит, здесь отпилил, тут отпилил. И здесь, ребят, как пчелы начали вылетать, короче, одна мне дала сюда. Куда-то висок. Все лицо нёбит, блин. Затянуло. И где-то вон тут, ребят, дупло получается. Сейчас попробуем вызвать их. Вроде как успокоилось. Во. Слышите, ребят? А, поперли, ребят, поперли. Надо гаситься отсюда. Вот такое дерево распилил. Прям в лоб получил себе. Ну что, ребят, вот и закончилась еще одна интересная рыбалочка. Ночь в тайге. Ну, в принципе, все, ребят. Здесь, походу, мы были последний раз по этому сезону. Будем планировать другие рыбалки, скоро осень, скоро отпуск, скоро грибы, хариус, спиннинг и так далее. Все, ребят, прощаемся, так что на связи, увидимся.